Свежая лодка в цвете графит черный. На весы я поставил только шкуру лодки. Покажу, сколько в ней места. Нога под прямым углом, как на табуретке, как на стуле. Высота посадки от палубы замеряю в кормовой части. И высота транса и до трансовой доски. Профиль днища со стороны трансовой доски. Привет, Руслан, магазин «Мне лодку». Сегодня мы смотрим большую, бюджетную, уфимскую новинку. Таймень NX 4000 NDND. Про. Свежая лодка в цвете графит черный. На этом видео я покажу ее со всех сторон. Мы взвесим ее комплектацию, взвесим все по отдельности на этих весах. Я сделаю замер основных параметров и покажу самые тайные уголки этой лодки. Вся лодка идет в одной сумке и весь комплект весит 46 килограмм 850 грамм. Это лодка с надувным дном низкого давления, здесь никакого паёла нет. Чтобы уменьшить ее вес, единственное, можно из комплекта убрать банки, весла, насос, сумку. Но это примерно минус 10 килограмм. Но по факту шкуру я ее взвешу и вам покажу. Переносить в одиночку ее достаточно тяжело. Все-таки лодка тяжелая. У нее есть лямки по бокам для переноски лодки вдвоем. Моя любимая часть обзора – это заглянуть внутрь новой лодки. Ее я еще не распаковывал. Давайте посмотрим, что же там внутри. Большая черная сумка в виде конверта. Открывается на 4 стороны. Здесь мы видим 5-литровый ножной насос. Вижу я паспорт. Лодка Таймень. Здесь все заводские отметки стоят, на нее идет заводская гарантия. Здесь стоит печать отдела технического контроля. Лодка проверена. Сама лодка в упаковке серой, графитовый цвет. Здесь я вижу два весла разборных. Большие, мощные, широкие банки, две штуки. Их размеры мы замерим и взвесим тоже. Ну и ремонтный комплект. Здесь ткань и клей. И, конечно же, сумка для лодки. На весы я поставил только шкуру лодки. Это ее неделимая часть. Вот смотрите, 36 килограмм 750 грамм. Но, как я и говорил, минус 10 килограмм от комплекта. На весах две банки. 5 килограмм 900 грамм. Два весла 1 килограмм 600 грамм. Насос 750 грамм. Сумка для лодки 1,5 килограмма. Давно у меня не было здесь такой большой лодки. Смотрите, как она развернулась во всю длину стены. Цвет серый, вернее графит плюс черный называется правильно. Здесь название Таймень 4 метра. Ну и накачивать давайте будем ее, а потом уже посмотрим. Конечно же, я буду своим любимым насосом накачивать. Marlin GP80B насос с аккумулятором, который всю работу сделает за меня, накачает, выключится сам. А я тем временем буду устанавливать весла, банки, ну и так далее. Я уже поставил банки, поставил весла. Лодка большая, насос работает. Сейчас он накачивает третий отсек, это вот носовой, самый большой. И потом мне еще останется надувное дно. Ну вот я ее и накачал. Лодка просто огромная, она еле влезла в эту комнату. Большой баллон, ну, диаметр, наверное, порядка 50. Сейчас я это все примерно померю, конечно. И, судя по всему, сужения в носу нет. Диаметр везде одинаковый. Огромные скамейки, высота посадки от палубы просто офигенная. Сейчас замерим, конечно, но уже чувствую, что огромная просто. Давайте так, визуальный осмотр сделаем. Что мы здесь видим? Леерный трос по борту идет. Впереди леерный трос, с передним пассажиром можно держаться. Ручка шкипера, вижу, стоит. Большие банки на электросе двигаются вдоль бортов. По баллонам раз, два, три отсека. Четвертое надувное дно низкого давления. Рекомендация качать до 300 миллибар. Ну, я так и накачал. Ручки стоят здесь на конусах, чтобы один человек мог сзади взяться.
брызгозащитные снизу стоят уголки, сверху ничего нет. Свободное место для трансовых колес, ребята, кому надо. Ничего не мешает, а то многие жалуются, что вот эти косынки нафиг не нужны, и типа ничего не поставишь, ни держатели холота, ни трансовые колеса нормально. Ну вот, пожалуйста, здесь все можно поставить. Ничего, свободная трансовая доска, ничего не мешает. Сливная пробка по центру установлена, есть. Давайте посмотрим сюда, что у нас тут шильдик. 6 человек, максимум мотор 25 можно ставить. 850 грузоподъемность. Таймень 4000 NDND Pro. Кстати, классная лодка. Очень бюджетная для такого размера. 6 мест. Это же просто офигеть. Целую толпу можно катать для большой компании. На борту здесь надпись Таймень 4000. Привальная лента с брызгоотбойником. Тент можете заказать. За эту ленту он крепится. И полностью крышу сделать на всю лодку. Тенты такие. Пишите в комментарии вопрос, если кому нужен тент, подскажу, где заказать наши партнеры. Ручка шкипера я уже показал. Поворотные уключены, фиксатор весла. И интересный момент, который завод принял во внимание просьбы и поставил вот эту ручку носовую под привальную ленту. Это удобно тем, что вот это вот место вверху свободно для установки якорного рыма. То есть, кто ставит сюда рым, чтобы якорь цеплять, пожалуйста, место теперь свободно. Никакой эмблемы здесь нет, ручки нет, она теперь внизу ставится на новых моделях. Класс. Замерю я ее попозже. Давайте сейчас я заскочу внутрь. Так, не терпится посидеть в огромной лодке. Покажу, сколько в ней места. Лодка с надувным дном. Отлично стоять. Кстати, она достаточно широкая. Для любителей рыбалки стоя, если даже лодка с надувным дном, понятно, что у нее центр тяжести выше, она более валкая, чем паёлка. Но если лодка широкая, то это не так важно. Все равно она устойчивая. Стоять можно спокойно, хоть она и без жесткой фанеры, но это надувное дно накачивается жестко и можно спокойно ходить. Ручка шкипера, управление мотором. Мотор можно до 25 ставить. Кто не хочет регистрировать, пожалуйста, сейчас серии моторов есть 9.9, там Max, Pro называется и так далее. Это 20-ки, и регистрации не подлежат. С этой лодкой такой комплект регистрировать не нужно будет. С 20-кой эта лодка будет просто летать, даже с 15-кой будет уже нормально. 9.8 на глиссирование, вот кто спрашивает, она не такая уж и тяжелая, тем более лодка с надувным дном легко идет. И 9.8 одного-двух человек на глиссирование спокойно вытащит. Трансовая доска здесь 27, толстая. Места много. На переднюю банку, и на, вернее, на кормовую можно спокойно вдвоем сесть. Тут, кстати, до передней банки, я ее в самый край поставил носа, огромное расстояние. Так что я бы, вот если для большой компании, заказал бы еще одну банку в комплект, взял бы вот такую же. И поставил ее вот сюда по центру. Потому что много здесь места. Если компания большая, берите третью банку. Вообще идеально будет. Лодка шестиместная, на каждую по двое сели. И вот, пожалуйста. Давайте-ка я перейду в носовую часть. Смотрите, какое огромное расстояние до рулевого. Просто офигенное расстояние. Не дотягиваешься туда никак. Если вдвоем, то, блин, вы здесь... Футбол можно играть в этой лодке. Значит, здесь... Куча места. Плюс лодок Таймень серии NX, что у них широкий нос, большое место внутри. Тут и вещи поставить можно, и сесть кому-то. То есть вот, пожалуйста, лодка для большой прогулки, много человек, для сплавов то же самое. Лодка такого выходного дня, на несколько дней можно уехать, на сплавляться с большим количеством вещей. Места здесь много. Для большой воды, баллон здесь большой, сейчас мы его замерим. Кстати, вот я здесь сижу. Мне комфортно. Нога идет под прямым углом, высота посадки достаточно большая. Причем в носовой части она чуть меньше идет, а вот здесь в корме так она еще больше. Вот я сижу, у меня нога под прямым углом, как на табуретке, как на стуле. Очень даже комфортно. Супер! Давайте еще вот с этой стороны вам покажу, насколько мне позволила камера. Вся лодка не влазит. Ну что, вы представляли, какая ширина. Я ее сейчас, кстати, замерю. Она порядка на глаз, порядка 80 внутри. То есть тут вдвоем
на этой банке, на широкой, очень даже много места. И здесь также сижу, здесь еще один человек. Отличная лодка, большая, широкая. Вот это место соединения транса и надувного дна внутри лодки. Сливная пробка. Дно здесь ткань обычная ПВХ, поэтому я рекомендую в эту лодку брать в обязательном порядке EVA коврик, чтобы защитить ее от повреждений, от грязи. Коврики для этой лодки, для этой модели у нас есть. Перейдем к замеру ряда важных параметров. Длина банки 101 на 24. Кстати, накладки для такой банки у нас есть на сайте, смотрите. Высота посадки от палубы, замеряя в кормовой части, от впадины на надувном дне до самого верха 44 сантиметра. От бугорка на надувном дне до самого верха 42,5 сантиметра. С этой стороны от впадины до самого верха 44 сантиметра. От бугорка 43, почти 42,5. Те же замеры по носовой банке. От бугорка до самого верха 41 сантиметр и от впадины до самого верха 42 сантиметра. Трансовая часть, толщина трансовой доски 27 миллиметров. Месте крепления мотора 5 сантиметров. И высота транса от интерцептора до самого верха 41,5 сантиметра. Длина кокпита, такой важный параметр, сколько места внутри лодки. Мне здесь проще по полу замерить. Вот я уперся метром в носовой баллон по полу. И до трансовой доски 292 сантиметра. Почти 3 метра. А здесь по ширине в самой корме мерю. От баллона до баллона 78 сантиметров. Ну вот, как я и говорил, почти 80. Давайте я так визуально вам прикину габарит лодки по ширине. Насколько смогу. 180 сантиметров примерно. Диаметр баллона 49-50, где-то так, сантиметров. Точно в характеристиках смотрите. Длина весла 180 сантиметров. И длина электроса, вот для тех, кто собирается здесь несколько банок еще поставить. Лодка все-таки большая, чтобы вы знали длину всего электроса. Она 195 сантиметров, а ширина банки, ну я это вам уже показывал, 24 сантиметра. Давайте посмотрим лодку под днищу. Защита здесь только идет по килю, по всему килю привальной лентой шестеркой, 60 миллиметров ширина. Да, 180 она ширину, габарит. Мой рост где-то 180 примерно, ну вот почти с меня ростом она. Огромная лодка. Давайте посмотрим на нее поближе. Аккуратная проклейка. Кстати, швы по баллонам на лодках серии NX, они идут сварные. Клеится здесь надувное дно, вся фурнитура, все остальные элементы, естественно, это все приклеивается. Привальная лента. Давайте посмотрим профиль. Профиль днища со стороны трансовой доски. Вот так вот выглядит киль. Мне пришлось выйти в коридор, чтобы посмотреть на киль со стороны носа. Ну а теперь давайте посмотрим подушку надувного дна со стороны транса, с внешней стороны лодки. Как здесь все сделано. Пластина интерцептора есть. Сливная пробка.
Все супер. Сегодня мы с вами посмотрели просто огромную лодку уфимского завода «Мастер Лодок». Это Таймень NX4000 NDND Pro, новинка 2020 года. Лодка отличается тем, что она огромная, шестиместная, большой диаметр баллона 50 см, под мотор до 25 лошадиных сил. Для большой компании, для большой воды. А главный плюс и немаловажный – это высокая посадка от палубы. Вам будет комфортно сидеть в лодке продолжительное время. А сейчас я расскажу вам, почему очень выгодно купить лодку или мотор в нашем магазине. Да потому что среди наших клиентов мы разыгрываем ценные подарки. Это подарочные сертификаты на крупные суммы – 15, 20, 35 тысяч рублей. Какой сейчас текущий розыгрыш идет, смотрите на нашем сайте, на главной странице. Обязательно есть новость, какой подарочный сертификат разыгрывается в данный момент. Количество участников небольшое. Шансы выиграть у всех разные. Соответственно, чем выше по сумме ваш заказ, тем у вас больше купонов и больше вероятность выигрыша. Так что делайте покупки в нашем магазине, а мы дарим вам ценные подарки. Ну а если у вас еще остались вопросы, какую лодку выбрать, какой к ней подобрать мотор, спрашивайте у меня. Меня зовут Руслан. На нашем сайте есть бесплатный номер 8800. Звонки по России бесплатно. Звоните, спрашивайте меня. Я помогу вам выбрать правильное плавсредство именно для ваших задач. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные видеообзоры. Ставьте лайки, как вам понравился этот обзор. До новых встреч. Всем пока.